говорила за МММ в том числе, ну, судя по телеканалу Матч ТВ и нашей программе, вы, наверное, про это знаете. У этих бойцов всегда очень интересная тренировка. И, если честно, я не буду говорить у кого, но у некоторых своих товарищей, кто выступает в ММА, я консультируюсь, потому что у меня как раз главная проблема – мне тяжело сушиться. То есть я легко набираю массу и очень тяжело сушусь. И вот как раз те ребята, кто выступает в ММА, они очень хорошо, как вы понимаете, знают, как правильно сушиться. Поэтому вот они такие крупные, но когда им надо, они могут, вы же знаете, гулять как бы в диапазоне плюс-минус 10 килограмм легко, причем за несколько дней. Это не очень полезно, но они этот секрет знают. Здравствуйте, Сергей Павлович. Сегодня мы находимся в городе Тула. Здесь проходит замечательный фестиваль спорта, организованный каналом Матч ТВ. Добирали сюда на автомобиле, доехали очень, скажем так, легко. Праздник получился, я могу сказать с полной уверенностью, что он удался, потому что было большое количество людей разного пола, разного возраста, и все принимали участие. Можно сказать, что это большой прорыв для спорта, для популяризации спорта. Этот праздник оставил у меня очень хорошее впечатление, потому что люди были очень доброжелательные, общительные, шли как бы на контакт, на встречу, что мы показывали, они все пытались сделать. Назад, когда возвращаемся, посаживаемся на ногу, чтобы удар был более жесткий. И еще раз. Сегодня мы посетили матч-фестиваль в городе Туле с Сергеем Павловичем. Мы представляем здесь нашу команду Eagles MMA. Провели открытую тренировку, матч-тренировку, разминку с людьми, с детьми. Собралось достаточно много людей. Надеюсь, то, что мы здесь сделали, и в целом Матч ТВ, то, что провели такое мероприятие, повлияет на людей положительно, что они будут заниматься больше спортом, вести активный образ жизни. Очень такой необычный опыт. На самом деле публика встретила очень тепло. Нам только с большим удовольствием делиться с ребятами, показывать что-то, поэтому очень хорошее впечатление. Хочу поздравить всех горожан с праздником, с Днем города, и пожелать всем всех благ и хорошего настроения.